Молодухин Алексей Юрьевич, 1976, 1 февраля, город Рязань. Приехал Пригожин к нам в зону, начал уговаривать ехать на Украину, там воевать. Но он подчеркнул, что там воевать не надо, там надо охранять какие-то склады. С нашей колонии, вот с Рязани ИК-2, это Мервино, вот, сюда нас приехало 137 человек. Вот. И вот мы сидим там, а там где-то в других посадках где-то обстрелы пошли, что-то стреляют, мы не вылазим. Подходит старший, говорит, вы что не стреляете? Я говорю, куда стрелять-то? Куда? Там стреляют, куда стрелять-то? Он говорит, я вас обнулю, или приедем туда, я там скажу старшему, вы не стреляете. Я говорю, а еще стрелять, автомат не работает. Командиры наши разбежались. Эти вагерцы, да, они все разбежались. Хотя они говорят, мы своих не бросаем. Они раненого бросили. Приказ, надо вот этот крест, вот эту дорогу, надо взять. А как взять? Дали автомат, а там танки стреляют по нам. Как взять? Идите, берите. Им говоришь, у нас нету даже, патрон нету. Вы туда дойдете, там возьмете, там у них все есть. С чем ты дойдешь? И вот старший у нас был, и он говорит, я туда не пойду, и ребята туда не поведу. Приехали двое ФСБшников, или как они там называются, ну, старшие там такие ФСБшники. Вывели его, и слышу только выстрел, два выстрела было. И потом они заходят и говорят, все, вынеси его туда и железом накройте. Я сам пошел добровольно сдаваться. И всем гражданам России, всем, дают добрый совет, не ехайте сюда, это не нужна вам эта война, она никому не нужна, ни украинцам, ни нам, не нужна она. Вот. То, что вы едете сюда, вы лезете в чужой карман, получается так. Почему-то они к нам не приехали, они к нам не лезут, живем по-своему, а мы вот к ним залезли в карман. Залез в карман, получил себе по башке. Вот, поэтому подумайте, прежде чем сделать вот этот глупый шаг, не надо сюда ехать. Живите, работайте, семья, работа, забота. Война, это, как Путин говорит, там, до Нового года забрать. Нет, до Нового года это будет их территория, это будет мир здесь, до Нового года будет все здесь мир. И Путину не надо сюда лезть.